Не каждый к этому подойдет, но я думаю, что большинство из нормальных людей должны об этом понять. Что рано или поздно, после того, как вы активно употребляете алкоголь, возникнет ситуация, когда кроме доктора вам никто не поможет. Может помочь, конечно, сосед, который предложит там похмелиться. Но, как показала практика, после 35 лет, а лучше до того, как, все-таки понять, что либо искать надо алкоголь, качественные. А раз такого нету, то надо найти выход из положения. Извините, но мимо этой кассы не прошел ни один человек. Мимо наркологической клиники. Были генеральные директора там, были депутаты. Извините, и вы там тоже будете. Это нормальное явление. Теперь вопрос, куда поехать. Там вообще, по сути, тех, кто занимается профессионально, ну, наркологов, не так уж и много. И один из них работает вот здесь вот. Карла Маркса 182. Вы должны проехать по Карла Маркса, завернуть за, собственно говоря, стоматологическую клинику и вот здесь вот в Торец приехать, пообщаться, подумать. И возможно такое случится, что Россия в оконцовке-то своей будет трезвой страной. Так это все очень просто то. Но не надо давить нас информацией о вреде алкоголизма. Я бы даже правильнее сделал. Я бы дал возможность понять всем. Только нарколог может помочь. Потому как состояние алкогольного опьянения – та же штука, что и любое токсическое поражение организма. Ну ни один нормальный же человек не попробует сам выздороветь после рыбки или грибочков, а? К сожалению, то, что бесплатно – это только левый берег. К еще большему сожалению, то, как помогает вам – еще больший конец. Я и наркологов-то немного знаю, но то, кого мы вам показываем – это спец. Ни дурь травки, ничего лишнего. Вопрос, где еще одно достойное местечко-то? А вот здесь, на Карла Маркса, 182. Методы вашей работы очень эффективны. Мы в прошлом сюжете показали, что люди без вас просто ломаются. Но дело в том, что ну, не каждый же может поехать там напротив Ледового дворца, не каждый может поехать в наркологическую клинику. Но это специфика такая. Вы пришли с тем, чтобы помочь жителям Орджоникидзевского района? Да, наше здание располагается внутри квартала, большого квартала, рядом с остановочным комплексом, это остановка Энгельса. Ориентиром является зуболечебница. В этом же здании находимся мы. Находимся мы в отдельном помещении внутри квартала. То есть все здесь можно сделать спокойно, интимно и достаточно качественно. Сейчас только что подошел человек, ну вот из того, скажем так, подразделения, который не способен заплатить большие деньги. Но вы ради него сделали определенную скидку. То есть вы также можете смотреть на клиента каждого? Безусловно. То есть в случае необходимости мы делаем скидки. Практически каждый пациент уходит удовлетворенный. Вот самая интересная задача, да, как бы я как пострадавший, многие пострадавшие были, просто не совсем понимаю. Все пострадавшие, да, никто пальчиком в себя не показывает. Но тем не менее, напился на 500 рублей, вот, надо срочно помочь, выйти из положения. То есть, в принципе, можно и за небольшую сумму выскочить. Небольшая сумма тут относительно. В любом случае это будет стоить не менее 3000 рублей. И за 3000 рублей через сколько я спокойно пойду домой? Спокойно? К вечеру. Просто надо положить на себя как бы немножко, да? И пойти к врачу и полечиться. Да, пойти полечиться. И маленький рецепт, это уже от меня лично. Дело в том, что 2 года как бы я уже избегаю визита в наркологию. Хотя надо, честно говоря, потому что ближе к 40, там уже и организм-то не тот, и вообще надо сильно-сильно подумать. Когда у вас давление колбасит, когда вам вообще не очень хорошо. Естественно, надо работать с врачами. Хороших врачей не так уж и много. Если честно, то их практически не осталось. Тут надо либо в наркологии ехать на левый берег, да? Вот. Либо все-таки сюда приехать, в Центр Возрождения на Карла Маркса 182. Здесь вам настроят ваш замечательный организм, и вы дальше будете себя чувствовать просто великолепно.